Так, ну сегодня мы вышли на работу, на арбайт, попали на некую стройку, обугораживаем улицу, делаем цемент, там что-то, видимо, скамейки будут в дальнейшем делать. Сейчас время обеда, мы пошли кушать. Вот, а вообще пришли сегодня мы на арбайт в 6 утра. Просидели там часа полтора, нам Саджан сказал, работы нет, парни, идите домой, если что, я типа позвоню. Пришли домой, так вроде бы расслабились, только начали играть доту, звонит Саджан, говорит, перебегайте, сейчас поедете на работу. Работа понемногу заканчивается. День был сегодня теплый. На улице плюс 17, плюс 18 градусов в городе Чхунджум. Время начало 5, а работа уже в принципе все. Сейчас осталось немножко некоторые дырки закрыть, которые мы раскопали. И отправимся домой. Вот весь проделанный объем работы после того, как мы поработали. Раскопали, устанавливали, все прибирается, все обвязывается, чтобы, не дай бог, никто не получил травму. Это Саша, Саша дворник. Саша просто дворник. А это тот самый сумушель, на который мы сегодня утром пришли, зашли к Саджану. В итоге он заплатил денежки. Заплатил он 90 тысяч вон. И сейчас на русские рубли это получается порядка 6 тысяч рублей. Чуть меньше, 5800, если не ошибаюсь. Ну вот и все, рабочий день закончен. Пойдем сейчас варить ужин. Да, Сань? Давай. Друзья, всем удачи!